Принцесса. Значит, это все дорожки первого игрока убрать. Одного игрока убрать. Так, не берем. Первого игрока на 14 дорожек. Пойдет?
Thank you.
Чемпионат России по голливуду среди людей с ограниченными возможностями по слуху. Все пять дней 14 команд с
со всей России соревновались в умении убивать страйки. Теперь сильнейший войдет в состав сборной и отправится на Олимпийские игры в столице Болгарии. Сегодня мы узнаем, как же оценили представители Сурдолимпийского комитета Федерации боулинга. Я предоставляю слово директору чемпионата России Владиславу Константину. Thank you.
женщин. Третье место занимают Катанская Марина, Москва, и Шахбазян Надежда, Москва. Шахбазян Надежда. Спасибо. Итак, партнер за счете среди женщин. Третье место получают Катанская Марина, Шахбазян Надежда, Москва. Thank you.
Спасибо. А сейчас объявляю зачет пятером среди женщин. Третье место. Макарова Марина. Клиттина Анна. Рахальская Екатерина. Калицына Юлия. Рассказывала Кристина. Ростовская область. Васильева Галина. Анутриева Ольга.